Но они одеты все по-рождественски. А он подарок еще показывает, смотри, вот тут. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games 3. Это Friday Night Funkin', новый мод, фан-мод на Соника Экзе. Давайте поглядим. И здесь Соник будет поздравлять нас с Рождеством. И я тоже вас поздравляю с Рождеством. Все, кто отмечает этот праздник, смотрите. Песня называется... Так, как же она называется? Она Sleigh Bells. Sleigh Bells. Здесь Лорд Икс против Соника. Смотри, Лорд Икс и второй. Я не знаю, как его зовут, этого Соника. Песня крутая, смотри. Но они одеты все по-рождественски. Класс. Вау. Новый трек. А чё я за Соника играю? Ух, вот это Лорд Икса, а второй вот, который с оленей, этими оленями рогами на голове, как его зовут? Почему? Девочки то медленно, то быстро как-то летят. Смотри, вот сейчас. Минуты 30 остается. А он подарок еще показывает, смотри, вот тут. О. Прикольно. Музыка классная. Вот это класс. Рождественская, реально. Секунд. Должны выиграть. Да. А чем мне что с Соником стало? Ух, хорошо. Так, давайте анимацию по поражению глянем. И здесь только одна сложность, ребят. Только нормал.
Блин, ну какой же классный уже Соник. В этих оленьих рогах. Непонятно, почему. Почему они это против Соника сражаются. Ну ладно, сейчас посмотрим анимацию поражения. И в конце я вам поставлю уже песенку без моих комментариев, чтобы вы могли полностью трек этот заценить. Поехали. Интересно, кто будет в анимации поражения, Соник или нет, или Бойфренд? Давай. Умираем. А, нет, Бойфренд как будто. Ясно. Так, ладно. Ну что ж, на этом мы закончим, ребят. Вот вам песенка в конце без моего уже, без моих комментариев. Спасибо, что посмотрели. Поставили лайк, надеюсь, подписались. С вами был Максим, Funny Games TV. Всем удачи, всем пока. Всех с Рождеством. Еще раз.